Увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество. Возможно ли? В Ульяновске к данному вопросу подходит комплексно. Поэтапное реформирование региональной социальной сферы началось в прошлом году. В начале 2017-го губернатор подписал концепцию развития социальной сплоченности, которая должна помочь сформировать ценности, так необходимые жителям. Развитие добровольчества, благотворительности и солидарности. Региональная социальная инициатива, я напомню, разрабатывалась как движение от формулирования цели к повышению качества жизни. Повышение качества и доступности социальных услуг населения путем целенаправленного формирования в Ульяновской области доброжелательной, партнерской, человекоориентированной модели взаимодействия органов власти и местного самоуправления. На последнем заседании Совета по реформам глава региона подписал специальную дорожную карту концепции. Она включает в себя как успешные действующие практики, так и новые мероприятия. Например, так называемый Центр активного долголетия, который пользуется популярностью у представителей серебряного возраста. Таких центров по региону 28. Они помогают горожанам активно проводить время, заниматься спортом и социальным туризмом. Эти программы приносят свои результаты. Продолжительность жизни в Ульяновской области за 2017 год зафиксирована как 71,6 лет. И это больше, чем в 2016 году. Мы с вами были на отметке 70,9. Наша задача на вырост – это создание единой региональной комплексной стратегии в отношении активного долголетия. Вся концепция развивается поэтапно, а план ее реализации расписан до 2019 года. Социальная сфера Ульяновской области отличается, с одной стороны, устойчивостью, потому что мы видим, что и область экономически развивается устойчиво, и в то же время обеспечивается определенный уровень социального обеспечения и обязательств, которые выполняют органы власти. Но с другой стороны, мы видим инициативы, которые позволяют области смотреть уверенно в будущее и продвигаться в этом направлении. Концепция уже имеет статус межведомственный и включает такие разделы, как политика в области труда и занятости, социальной защиты, здравоохранения, образования и переподготовки. Комфортные условия для людей, прописанные в планах, проектах и воплощенные в жизнь, смогут поднять Ульяновскую область на новый уровень развития. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.